Историю с тем, кто из родителей пока еще должен покупать учебники, а кто нет, пояснили в городском управлении образования. В последнее время в этом вопросе появились разночтения. Итак, школьникам с 1 по 3 класс учебники выдаются бесплатно. Для 1 и 2 класса пособия были приобретены на средства модернизации в прошлые годы. В настоящее время идет закупка учебников для 3 классов и 5, которые переходят на новый стандарт образования. В Иванове на это выделено порядка 35 миллионов рублей из разных источников. Родители этих учеников покупают только рабочие тетради. По-другому обстоит ситуация с 4 классами. В целях эффективного расхода бюджетных средств сегодня не совсем, наверное, правильно было бы на один год покупать учебники, тратить большие деньги, потому что на следующий год этими учебниками пользоваться уже нельзя. Эти учебники у нас будут считаться старыми, не соответствующими новым стандартам. Потому что 4 класс в этом году еще не переходит на новые стандарты.